Я хочу рассказать вам историю о больном раком 9-летнем мальчике, который скончался в четверг. Почему эта история действительно важна? Вы станете свидетелем несправедливости, происходящей в Турции, когда послушаете историю этого мальчика. Отец Ахмета, Харун Риха Атач, томился в тюрьме после неудачной попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Его мать, Зекия Атач, также была под судебным следствием по аналогичным обвинениям. Согласно режиму Эрдогана, они считались террористами. Через 2,5 месяца его мать Зекия Атак была освобождена, но отец все еще находился в тюрьме с сентября 2018 года. Когда Ахмед начал испытывать мучительную боль в руках, он обратился к врачу, и ему поставили диагноз – рак кости. Ахмед надеялся побороть свою болезнь с поддержкой отца, поскольку отец был его героем. Бедственное положение мальчика Ахмета Атака, страдавшего раком кости и хотевшего, чтобы отец был с ним, конечно же, не имело никакого значения для правительства. Госпоже Зекия Атач не разрешили сопровождать сына, у которого была возможность лечиться в Германии из-за наложенного на нее запрета на поездки. Ахмету пришлось бороться с этой болезнью без родителей. Он поехал в Германию со своей бабушкой, без матери и без отца. Ахмету было очень трудно быть вдали от отца и матери, поэтому он вернулся в Турцию. Для завершения лечения Ахмед хотел полететь в Германию с мамой. После месячной кампании активистов запрет на выезд Зекии Атач был снят, и 3 марта ей разрешили забрать сына, но было слишком поздно для лечения. Ахмед снова вернулся в Турцию, и его единственным желанием было провести свои последние дни с отцом. После вспышки COVID-19 Ахмед возлагал большие надежды на встречу с заключенным в тюрьме отцом, потому что многие страны временно освобождали своих заключенных. Ожидалось, что Турция последует их примеру и освободит свои переполненные тюрьмы, однако правительство исключило политических заключенных из этих списков. 27 марта, после интенсивной кампании в социальных сетях, призывающих турецкое правительство освободить его отца, Ахмед смог увидеть своего отца в тюрьме всего 5 часов. Ахмед скончался, забирая с собой свои желания и бормоча имя отца даже на смертном одре, покидая плачущую мать навсегда. Эта фотография, сделанная на похоронах 9-летнего Ахмеда, заняла свое место в истории как фотография, подтверждающая несправедливость и неправосудие, правящие в Турции. Многие истории заканчиваются счастливым концом, но только не это. Anlayamadım oğlum. Oğlum gelemiyorum. Biliyorum. Biliyorum, biliyorum oğlum, biliyorum. Biliyorum oğlum ben.